Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Расскажу о том, как, собственно, научиться засыпать и поправить свою нервную систему в этом аспекте, потому что основная причина бессонницы заключается в дурных мыслях, которые лезут в голову и не дают уснуть. Так или иначе, причина бессонницы, как правило, наша нервная система, хотя иногда бывает еще и сосудистая система, эндокринная, но это скорее исключение из правил, чем само правило. Я рекомендую тем, кто плохо засыпает, слушать на ночь аудиокниги, которые так или иначе слушать нужно внимательно. Ну, например, с хорошими чтецами, такими как Никоша. У Никоша в основном аудиокниги, которые он начитывает, предназначены для духовного развития личности. И на ночь это особенно полезно. Послушать, берете небольшой динамик, в наушниках не очень удобно засыпать. А есть такие небольшие динамички, типа JBL, но они разных фирм бывают. На разный карман, на разный кошелек. Тихонечко включаете на комфортной слышимости, но не громкой. И внимательно начинаете слушать. И дурные мысли в голову не лезут. О том, что завтра все умрут, например, от ядерного взрыва. Или о том, что завтра там потеряете работу. Или еще какие-нибудь страхи там случаются. Смысл в том, что нужно переключить свое внимание на что-то более полезное. И это более полезное необходимо тщательно осознавать. То, что говорят. И тогда сами не заметите, как уснете. Если это не помогает по каким бы то ни было причинам, это самый простой и самый дешевый способ. Кстати, есть еще ночные программы. Музыка дождя, музыка ветра, музыка колокольчиков, там китайские колокольчики. Кому что подходит. Ставите на низкий порог слышимости и, соответственно, спокойненько себе засыпаете под эту медитативную музыку. И она еще называется музыка для сна. Если ничего это не помогает, тогда я вам сейчас расскажу о двух препаратах, которые у нас есть. Они оба предназначены для сна. Один чисто для сна, это кассия сиамская. Вот она. Там, видите, девочка такая на подушечке с довольной мордочкой лица нарисована. Я, говорит, типа вот не спала, а теперь так сладко уснула. Любят они всякие фигулечки клеить. Кассия сиамская. Кому интересно, можете погуглите, посмотреть, что такое за растение кассия сиамская. Лишний раз еще говорить. Дозировка от 1 до 6 таблеток, даже до 8 таблеток за раз. Собственно, один раз в день перед сном. Для тех, кому это не поможет, а такие тоже есть, хотя их немного, это исключение из правил. Там проблемы посерьезнее в нервной системе. Добавляем вот это. Это препарат госпиталя Абхай Хубет, аюрведический госпиталь. Содержит он в себе три компонента. Один компонент — это экстракт лотоса. Лотос с давних времен используется для того, чтобы воздействовать на центральную нервную систему. Помимо
регулировке функции сна лотос оказывает влияние на синаптические связи, на повышает когнитивность, когнитивные функции, а также воздействует и на другие функции, да? В основном на те, на которые воздействуют еще и другие препараты типа псилоцибиновых грибов. Кстати, лотос в больших объемах вызывает похожие реакции. Но в данном случае это госпитальный препарат, который выпускается компанией. Седативного эффекта не вызывает, галлюцинаций не вызывает, побочных эффектов не имеет. Из противопоказаний, пожалуй, только индивидуальная непереносимость. Также сюда входит Piper Negro и сюда входит Centella азиатская. Ну, Centella азиатская, многие из вас уже знакомы с этим растением. Я достаточно часто тем, кто записывается на консультации, его назначаю для ремонта памяти. А память он ремонтирует великолепно, особенно в сочетании с гинго. И с капсулой сквалена 5000. Посему, дорогие друзья, вопросы сна решаются достаточно просто. Идеальный вариант, это, конечно, сочетание. У них разные действия, маленько. Механизмы действия разные. Оба природные препараты не вызывают сонливости, имеется в виду в дневное время суток, не являются депрессантами, не имеют побочек, все как положено, в отличие от феназепамчика. Я думаю, что тот, кто плохо спит, очень хорошо знает, что такое феназепамчик. Вкусные таблеточки, которых можно нажраться и получить глюков. Ну так вот, наркоманят еще феназепамом. Есть феназепановые наркоманы, которые спят сутками напролет. Поэтому, дорогие друзья, феназепам — это обычный наркотик, который при этом много чего в организме портит. Не травите себя всякой дрянью. Помимо того, о чем я рассказал, и сегодня на я об этом тоже рассказывал, есть прекрасная настойка для лечения заболеваний центральной нервной системы, которую я с успехом использую уже в течение где-то лет, наверное, 5-6. Рецепт ее уникален. Получен оттуда, не из этого мира. Применяется при сложных расстройствах психики, в том числе и при паранойи, при шизофрении, в том числе параноидальный синдром, хроническая и перманентная, так скажем, тревожность, панические атаки. Я там рассказывал на Инстаграме один случай с Сергеем, с моим товарищем, может быть, он и сейчас смотрит, он из Москвы, там банкир один знакомый есть. И вот его вызвали как-то в прокуратуру на допрос. Говорит, приходи, Сережа, пока свидетелем по делу. Ну, понятное дело, что подобные приглашения в подобные далеко не самые радостные органы. Это скорее такая зубастая клоака, да? Сфинктер с зубами называется. И он туда, естественно, пошел. Я говорю, ну хорошо, хлобыстник, полтинничек. А там разовая доза составляет порядка от 7 до 15 миллилитров. 7-15 миллилитров человек в состоянии тревожности выпивает, через 20 минут он как в танке. Его, он думает о том же самом, но эмоций никаких, его это совсем не беспокоит, может трезво оценивать ситуацию. И вот Сережу трясло перед походом к
куда следует, да? И вот он полтинчик выпил и поехал. Приезжает, говорит, Владимир, number one. Я, говорит, прихожу, как в танке. Я, говорит, даже ни один живлак не дернулся на скуле. Я смотрю на все это. Единственное, говорит, ощущение, насколько, говорит, они противные люди. Вот, говорит, тошнило меня там, а страха не было. Тошнило от мерзости. Двадцать минут, и беспокойство заканчивается. Если человек до этого понервничал, он, естественно, заснет. Не надо принимать этот седативный эффект. Один час понервничать равно целый день разгружать апельсины бочками. Энергозатраты одинаковые. На первом месте по энергозатратности находятся именно психологические нервные переживания. Потом переваривание пищи. Если вы салатиками забросались, оливье, бункер наполнили свой, и вот там пошел процесс переваривания пищи, а он требует большое количество энергии. А человек, биоробот точнее, это существо, которое работает на электричестве. У нас же ключика в жопе вставного нету, который можно повернуть как заводную куклу, да, и завести. Поэтому мы электрические устройства, которые функционируют на электричестве именно, а не на чем-то еще. Если мы тратим нашу энергию на нервные переживания, то у нас, конечно, не остается энергии на нашу иммунную систему, и человек начинает болеть. Все же очень просто. Люди размышляют, там думают, что такое психосоматика. Ой, страшное дело, психосоматика. Почему все болезни от нервов? Вот почему. Потому что все очень просто. Если вы разрядили свой жизненный аккумулятор на абсолютно бесполезные и ненужные действия относительно там попереживать и понервничать, откуда же у вас возьмется-то энергия на вашу иммунную систему? Вот и начинают развиваться заболевания. И паразиты, и грибки. Кстати, они являются причиной. И химические отравления. Отравления всякой сранью, типа Е, формальдегидов, фенолов. Конечно, аспергила, наша любимая, черная плесень. А еще у нас есть желтые, белые, зеленые и разные другие плесени. Плесени достаточно много фунгидов. А паразитов 78 штук, которые в организме живут. А вы зайдите там в ближайшую лабораторию, где анализы делают, спросите, на сколько видов паразитов они делают анализы. При 78 тех, которые могут жить в организме. Кстати, болезни суставов чаще всего связаны именно с паразитической деятельностью. А на какашечках наших любимых маленьких зверьков, как вы думаете, кто живет? Чья это еда? Какашки. Конечно, это кушают фунгиды, грибочки, плесень. Поэтому они живут в симбиозе. Одни какают, другие кушают. И, кстати, и те выделяют токсины. А потом человек удивляется, что это я себя плохо чувствую-то? У меня вот как-то и из жопы пар идет, и голова болит, и суставы хрустят. Так чего удивляться-то? По косвенным признакам можно понять многое. Поэтому некоторые удивляются, чего я там какие-то странные вопросы на консультациях задаю. Там, есть ли у вас то-то, нет ли у вас того-то и так далее. Наши с вами предки, те, которые знахарничали, они такие же вопросы задавали. А сейчас вы спросите, вам какой-нибудь доктор спросит у вас язык по утрам обложен или нет? Да и говно ваше никто рассматривать не будет. И даже спрашивать, как вы, собственно, какаете. Жидко, кашеобразно или пластилинообразно. Их это не интересует. Если запах от кала, тоже не интересует. У них теперь все в компьютере записано. Жалуются на то-то, прописать то-то. Другое не прописывать. Подчеркнуто. Иначе лишим премии.
приписочка в скобочках, посадите на инсулиновую иглу, будет премия ежемесячно за каждого добавленного пациента. Вот так это все и функционирует. Мне помогает заснуть заговоренная водка. Но немного, не более 275 грамм. Вы знаете, дорогой друг, я думаю, что вам даже не надо заговаривать ее. Она и без заговора очень хорошо помогает. А другой вопрос, что она мало отличается от феназепамчика. Она также разрушает печенку и почки. Поэтому вы, можно водку с феназепамчиком вместе, знаете, хорошо так будет. По-настоящему, по-пролетарски. Нарушение сна корректирует общественно полезный физический труд и разумные тренировки. Да, особенно хождение колоннами в собянинских шествиях за Единую Россию, я думаю, тоже очень неплохо походить. Да какая разница на самом деле за кого? Хоть за кого, хоть за коммунистов, хоть еще за кого-то, хоть против кого-то. И разумные тренировки. Разумных тренировок не бывает. Тренировки бывают умные. А разумным бывает только полное спокойствие и молчание. Здравствуйте, Владимир. Мне помогают заснуть аудиокниги «Страшилки». А вы внимание на них отвлекаете. Вот у вас «Страшилки» просто привлекают внимание, поэтому вы засыпаете именно под это. Все правильно. Ничего удивительного нет. Гимнастика для шеи доктора Шинонина. Передавайте привет вашему другу доктору Шинонину. Сегодня для него бесплатная реклама на канале Гримуа. Сон, давление нормализуется, кислородом наполняются сосуды головы и шеи. Лучшее, что может быть, всем советую. Возможно, вам это помогает, но одной гимнастикой жив не будешь, дорогой Ловен Дми. Потому что, видимо, не у всех здоровье такое крепкое, не испорченное. Водкой, пивасиком, сигаретами, жранинкой с присадками Е, фенолами, формальдегидами, психологическими стрессами. Вот вам, видимо, повезло больше. А основная часть населения нашей непонятно какой формы планеты, но это не имеет особого значения, подчеркну. Они вот испортили себе здоровье. Вот так. Поэтому там гимнастикой не обойдешься. Там можно обойтись поленом, если по темечку кто-нибудь даст сзади. Хоп-хоп, вырубился. И все, и спишь себе сразу. Раньше анестезию так делали. Засим, дорогие друзья, напомню, Юлечкин, повторюсь, не телефон, плюс 7499-638-31-84. Юлечка, как мудрая сова, уже все уже понимает. До новых встреч. Всех целую, всех обнимаю. Пишите в комментариях, какие темы по здравию физического прибора, физического аппарата, а также по ясности ума вам интересно было бы услышать в следующих передачах. Я постараюсь почаще рассказывать о каких-нибудь полезностях, которые действительно хорошо функционируют. Засим, до новых встреч. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есть сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.